Улитки, они как люди, они чувствительны к антисанитарным условиям, к нерегулярному питанию и к поливам. В сутки на такую улиточную ферму, которая находится в Елизаветовке возле Хаджибейского лимана, на полив уходит примерно 12 кубов воды. Высаживают улитки вот на такие щиты, до 800 мальков вырастают до приличного большого размера, и за сезон такая улиточная ферма может собрать до 10 тонн улиток, а это примерно 1 000 000 штук. Этот вид мы выращиваем, это Helix asperca Müller улиточки. Значит, размер улитки, хорошей половозрелой улитки, это 8-12 грамм. Цикл улитки от репродукции до сбора урожая составляет примерно 9 месяцев. С февраля по март маточное поголовье пробуждается, откармливается и откладывает икру. Дальше идет инкубация, и с мая по сентябрь происходит откорм и выращивание на открытом воздухе. Есть три способа выращивания улитки. Есть шторовый способ выращивания улитки, есть конусный способ выращивания улитки и щитовой способ. На данный момент вы видите щитовой способ выращивания улитки. В чем его свойство этого способа? Значит, с 2017 года мы 3 года выращивали вот так, щитовым, и на 1 квадратный метр можно вырастить до 8 килограмм улитки. Вы находитесь в помещении, так называемой, это производственная мощность. Это помещение маточника, где в весенний период времени, с начала марта по конец мая, мы занимаемся процессом репродукции. Репродукция – это процесс спаривания улитки и получения икры, с которой в последующем у нас в специальном помещении инкубатор вылупляется малек, который мы высаживаем в открытый вольер для роста и получения взрослой половозрелой улитки, то есть продукта, который вы сейчас видите. И для получения икры мы выкладываем вот такие вот торфяные горшочки, в которые улитка зануривается и откладывает икру. Сейчас я вам покажу, если я вам найду вот этот торфяной горшочек с икрой, где улитка откладывает. Горшочки мы каждый день собираем, вот если вы можете видеть. Вот, пожалуйста, вот видите, уже вот улиточка начала нести икру. Вот эти кубочки собираются, и икра перебирается. Помещаются специальные контейнеры, где при определенной влажности и температуре у нас получается малек. Размножаются улитки, вы видите, это специально оборудованное помещение. То есть это так называемая маточник, цех, грубо говоря, это лаборатория. То есть это помещение, которое оборудовано системой вентиляции, системой полива, это туманообразователь, который вы видите, системой отопления и свет. То есть это 4 фактора, которые нужны улитке. Важно правильно оборудовать помещение вентиляции и поддерживать нужную температуру, а еще строго соблюдать график, говорят фермеры. Тогда из малько вырастет здоровая и плодоносная улитка. Тут, видите, есть дырочки, здесь поступает кислород. Он поднимается к кислороду, занимает свою позицию и ждет. Вот он находится в таком состоянии сна. С крышки очень просто выбивается руками на зеленую какой массу. Какой период нужно подождать, чтобы он созрел, чтобы его высаживать? Сколько это проходит? Ну вот 2 недели, как вы видите, он уже вылупился. Еще в таких условиях он может сидеть 10 дней. И его можно высаживать. То есть вы подбираете возможность, то есть чтобы погодные условия были хорошие, чтобы не заливало, не было дождей, была зеленая масса, куда высадить. И если у вас все подготовлено для высадки малька, пожалуйста, можно его высаживать. На данный момент мы находимся на поле. Это открытый вольер такой. Период созревания улитки здесь проходит с мая месяца. Где-то в 10-15 числах мы смотрим по погоде, чтобы не было приморозков и холодных погодных условий. Высаживаем улитку. На протяжении 4 месяцев она здесь растет. Поле занимает у нас 4000 квадратных метров, 40 соток земли. На ней можно вырастить до 10 тонн улитки. Улитководство наиболее развито в странах Западной Европы. Ежегодное потребление улитки в мире превышает 140 тысяч тонн в год. Фермеры из села Елизаветовка решили рискнуть заняться этим бизнесом в Украине, где улиток до сих пор не ели. Пошло это все из-за того, что я сам по специальности агроном, как бы люблю работать на земле и хотел что-то создать новое, чем-то заниматься сельским хозяйством, каким-то новым разведением форели, выращивание улитки, выращивание лягушек для французов, возможно. Вот такие направления я вижу
как бы новое, интересное, потому что мы движемся в Европу, и людей через 4-5 лет надо будет кормить европейским продуктом. Росту улитки мешает засуха. Нежелательно строить фермы возле железной дороги и высоковольтных линий. В нашей области уже работает 3 больших улиточных фермы. Постоянно проходят семинары для начинающих, а филе улиток и их икру все чаще можно встретить на прилавках магазинов. По вкусу, говорят, они как рапаны, только мягче. Дмитрий Богомолов, Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».